Добро пожаловать на канал HardTradeStint. В данном видео я вам расскажу, как пользоваться режимом аудио на устройстве Blue Sounds Pulse M. Итак, зайдем в само приложение Blue Sounds и в правом верхнем углу выберем шестеренку. И после этого нажмем на пункт аудио. Тут мы можем настроить эквализацию, включить ее или выключить. Можем настроить басы, как мы захотим. После этого можем настроить нормализацию громкости по треку, по альбому, либо умную регулировку. Также можем настроить режим вывода стерео, моно, правый динамик, либо левый динамик. Также можем сделать ограничение по громкости в децибелах. И можем все настройки аудио сбросить до заводских. Для этого нажимаем перезагрузить все. И все будет перезагружено. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!